Nedir? Уважаемые гости, напоминаю, что по окончании турнира на главной сцене начнется программа сети фитнес-клубов World Class. Всех почитателей фитнеса мы пригласим на эту интересную программу. 18 часов на главной сцене пройдет торжественная церемония закрытия форума, а по окончании церемонии закрытия мы пригласим тех, кто неравнодушен к боевым искусствам, на программу Федерации Кудо. И завершит программу заключительного дня форума выступление мастеров паркура. Это будет все здесь, на главной сцене. На игровых площадках продолжаются финалы третьей спартакиады трудящихся на кубок ГТО. Напомню также, что в 15 часов на футбольном поле номер 1, которое находится напротив главной сцены, пройдет международный турнир «Славянское богатырство» на кубок Всемирного Русского Народного Собора «Пересвет». Федерации Окинава Бадзюрю Каратэ-До России. Следом за ними, там же на баскетбольной площадке, показательное выступление по контрактиону. А с 15 часов
там же, на баскетбольной площадке, пройдут соревнования Кубка чемпионов. В этом бою техническим нокаутом победу одержала боец из Красного угла Мазнева Анна.